Слотокінг. Ти по-любому у виграші. Коли ми говоримо про те, що фактично був здійснений так за допомогою партизанів, в тому числі вибух на залізниці, яка сполучає Китай і Росію, і уточнюється, що це фактично такий головний шлях залізничного сполучення. Що ми маємо про це розуміти? Наскільки це дійсно боляче для окупаційної армії, чи це носить більше символічний характер, тому що ну сама по собі новина достатньо гучна? Безусловно, такого рода новости всегда становятся, ну, скажем так, очень и очень приоритетными во всем, что касается медийной сферы. Однако, когда мы говорим о влиянии на фронт, здесь уже все требует очень и очень серьезного анализа. Ну, то есть, во-первых, вопрос, насколько времени прерывается сообщение. Это вопрос номер один. И главное, какой объем грузов не поступает для нужд военно-промышленного комплекса и для нужд армии. И здесь, конечно, вопросы эти требуют очень серьезного изучения. Сам факт, что где-то железная дорога и даже очень важная ветка не работает какое-то время, этого самого по себе недостаточно, чтобы делать серьезные выводы. Поэтому данный вопрос находится сейчас на этапе изучения. Ответ, видимо, будет более понятным позже. В любом случае, даже если речь идет в самом деле о диверсионной акции, то это причина для России, для российских властей, причина уделять безопасности на дорогах очень серьезное внимание, то есть на железных дорогах и вообще на важных объектах. То есть даже если сама диверсия не имела огромного значения, само понятие угрозы, оно очень важно в этом плане. То есть, когда есть угроза, необходимо на угрозы реагировать. Тем более, что угроза может быть и в отношении чего-то очень и очень важного. А это то самое отвлечение ресурсов, о которых всегда говорят во время войны, когда противник вынужден тратить свои ресурсы кадровые, материальные на нечто, что он не рассчитывал. Поэтому это очень важно. Ну, конечно, есть медийный момент. Если, кроме повышения морали собственных граждан, граждане государства противника, если они знают или подозревают, что в глубине их страны происходит нечто подобное, это напоминает им о том, что война не идет в одни ворота. Зрозуміло. Ну, і я вже частково почала говорити про те, що шторм так у Чорному морі, він погіршив логістику окупантів на окупованих територіях на півдні. Зокрема, про таке писали в Американському інституті вивчення війни, і там стверджували, що це нібито уже позначилося на темпі бойових дій, власне, і на логістичних можливостях росіян. Чи погоджуєтесь ви з цим? Мені, чесно говоря, не очень понятно, як шторм на Чорному морі может влиять именно на логистику, то есть частично, конечно, может влиять, но сообщение с Крымом по морю, в общем-то, осуществляется, насколько оно значимо именно для линии фронта, непосредственно, скажем, на фронте Запорожском, сказать трудно. Однако Крымский мост никто не закрывал, Крымский мост по-прежнему работает, и его не автомобильная, в первую очередь, а железнодорожная ветвь функционирует. А кроме того, у России есть сухопутный коридор. Сухопутный коридор, связывающий через оккупированные территории, я имею в виду, и в сторону на восток, в Херсонскую область. То есть по этому коридору грузы тоже доставляются. Те или иные перевозки по Черному морю, иногда они больше, иногда они масштабнее, иногда меньше. Например, паромная переправа в районе Керчи, когда вместо грузовых автомобилей, которые, кстати, насколько я понимаю, по Крымскому мосту еще не ездят, из опасений диверсии и сложности процесса поверки. Вот, допустим, если прерывается эта паромная переправа, это несколько влияет на происходящее. Однако российская армия в любом случае не ведет масштабных наступательных операций на юге сейчас, и мне сложно говорить, что какая-то логистика, вот именно связанная с морскими перевозками, повлияла глобально на какие-то планы. Для всего этого нужно располагать информацией уже и на уровне микро. Например, такого рода информация позволяет понять, например, снизился ли масштаб использования артиллерийского оружия вследствие того, что, скажем, снарядов поставляется на фронт меньше. Однако, если такой информации нет и не видно этой прямой связи, то рано делать выводы.
Зрозуміло. Тепер безпосередньо до подій на лівобережжі Херсонщини, до бойових дій, я маю на увазі. Зокрема, той же Американський інститут вивчення війни повідомляє, що наші збройні сили просуваються на східному березі Херсонщини і перекидають штурмові групи. В цілому, ну, достатньо, звісно, обмежена інформація надходить стосовно масштабів, так, плацдармів, які розвиваються на лівобережжі. Але як ви оцінюєте те, що там відбувається? Есть, конечно же, информация ограничена. Я буквально совсем недавно просмотрел даже ролик с российской стороны, где российский солдат жалуется на очень сложную обстановку и что приходится отступать, и они несут тяжелые потери в районе Крына. Однако общая картина, по большому счету, не меняется. Я говорю именно по большому счету. Речь идет на данный момент о небольших плацдармах и действиях тактического уровня. То есть точные объемы, сколько украинских военных, по понятным причинам украинская сторона не дает этой информации. Однако по разного рода косвенным признакам можно говорить о том, что силами до нескольких рот действуют на берегу. И, естественно, нет практически тяжелой техники на другом берегу и нет устойчивой переправы. То есть имеется в виду, нет, скажем, наведенного моста. А все это говорит, что раз нет наведенного моста, то плацдарм, он ограничен по своим задачам, ограничен по своим масштабам. То есть речь идет о неком тактическом уровне, когда на левом берегу действуют сотни бойцов, и задача наносить беспокоящие удары российской группировки, которая далеко, видимо, вот эта группировка Днепр, ее боеспособность и ее организационный уровень, собственно, даже российскими военкорами оценивается не самым высоким образом. И вот этим, пользуясь этим, украинские войска наносят болезненные уколы и такого рода удары, назовем это отвлекающего характера. Однако отвлекающий характер, он имеет особо ценное значение, когда на другом участке фронта, желательно более-менее соседнем, ведутся масштабные наступательные действия. На данный момент масштабных наступательных действий нет на соседних участках фронта, поэтому говорить об отвлекающих ударах я бы не стал. Это скорее такого рода вспомогательный удар тактического уровня, когда благодаря поддержке артиллерии, беспилотной авиации и других средств с более высокого правого берега Днепра удается наносить российской группировке достаточно серьезные потери и немного продвигаться. Но важно понимать, этот плацдарм не является пока плацдармом оперативным и тем более стратегическим. Чтобы с плацдарма были осуществлены серьезные масштабные наступательные действия, то есть такие уже в масштабах театра боевых действий, то должна функционировать настоящая стационарная переправа, а может и не одна, и на другой берег должны перебрасываться тысячи бойцов и сотни единиц техники. В этом случае плацдарм начинает представлять для противника уже существенную угрозу, а не речь не будет идти о боях за одну-две деревни. Но вот такая вот переправа – это очень и очень серьезный вызов, создание такого рода переправы, потому что ее обязаны обезопасить от воздействия артиллерии противника и других средств. Если переправа не будет устойчивой и нельзя будет переправлять регулярно сотни тонн грузов, тысячи бойцов и массу техники по переправе, то можно оказаться в ситуации, в какой была российская армия на правобережье Херсона чуть более года назад, когда из-за отсутствия нормально функционирующей переправы войска не получали дневной нормы всего необходимого, оказались в очень тяжелом положении, были вынуждены отступить. Украинское командование не может себе позволить создание такого плацдарма, который окажется неустойчивым из-за проблем с переправой. И поэтому пока, насколько я вижу, речь идет о действиях болезненных для россиян, но действиях тактического характера, когда задействованы всего лишь сотни бойцов, видимо, на левом берегу. Ну і також в нашому генштабі повідомляють, що якщо говорити про інші ділянки фронту, то росіяни там не зменшують свій тиск на Авдіївку, зрозуміло, але поряд із цим вони активізувалися на Запоріжжі, зокрема на Токмакському напрямку. Як би ви оцінили, в чому, якщо говорити конкретно про ці деталі, то в чому тут полягає російський задум і чи дійсно вони можуть на Запоріжжі перейти в якийсь серйозний контрнаступ? Российская оборонительная доктрина подразумевает контратаки. При первой возможности подразумевает контратакующие действия, в том числе, если мы говорим о направлении на Токмак, то есть в районе Вербового и Работино, доктрина эта остается в силе.
Тем более, что украинские наступательные действия сегодня по сравнению с летом и началом осени, они менее активны. Россияне активизируются согласно своей доктрине. Они контратакуют при первой возможности даже на местном уровне, самом местном уровне, причем даже малыми силами. При этом важно понимать, что украинцы создали вот выступ, вклинение в российскую оборону как раз в направлении Токмака, работе на Вербовое. И вот там любое вклинение, оно имеет и обратную сторону. То есть, с одной стороны, когда наступаешь, создаешь вклинение и расширяешь его, но с другой стороны, когда вклинение становится статическим, то его удобно атаковать. Для угрозы с флангов для вклинения это очень такое заманчивое для тех, кто еще недавно оборонялся, очень заманчивая возможность. То есть атаковать вклинившихся в твою оборону с фланга, ну и, естественно, в лоб, если есть такое желание. И, по всей видимости, российские военные пытаются по мере наличия у них резервов реализовать вот эту практику. Пока, насколько мы понимаем из открытых источников, эти атаки, во-первых, не имеют успеха, во-вторых, не очень масштабные, мягко говоря. Однако, если предположить, что у них появятся резервы, то вот такое вклинение начинает напоминать по потенциалу то, что происходит под Авдеевкой. То есть оно же ведь охвачено с флангов, и поэтому очень заманчиво для того, чтобы провести там атаки и постараться окружить вклинившихся или заставить их быстро отступить. Так что стоит ожидать активности российской армии на этом направлении по мере, конечно, наличия у них тех или иных резервов. Зрозуміло. Ну і так само не можу не спитати про події, фактично, на вашій батьківщині. От, зокрема, сьогодні стало відомо про те, що продовжили перемир'я між ізраїльською армією і, власне, Хамасом. І, зокрема, як повідомляє ізраїльська сторона, то, власне, це перемир'я триватиме до того дня, поки бойовики будуть звільняти по 10 заручників на день. Наскільки я бачила, для багатьох ваших колег-аналітиків навіть такою певною несподіванкою стало те, що от сьогодні продовжилось перемир'я. Як ви, зокрема, це оцінюєте? Ну, на самом деле, тут скорее было бы правильно не сюрпризом оно стало, а, скажем, до последнего момента было не совсем ясно, будет оно продлено или нет. Сегодня буквально без 27, уже в 7 часов, согласно израильским, назовем это не ультиматуму, но, скажем так, позиции Израиля, должен был быть возобновлено боевые действия, если Хамас не предоставит список заложников, которые устроит Израиль, и который, главное, будет в духе договора о этой самой сделке. А в общих чертах договор о сделке подразумевал освобождение женщин и детей в течение дня, не менее 10 человек в течение дня, и, соответственно, перемирие за каждую партию из 10 заключенных, 10 заложников. И когда Хамас пытался, ну, скажем так, подсунуть нечто иное или меньшее количество, то с этим были проблемы. В итоге удалось договориться, и сегодняшний день, еще прямо сейчас, когда мы с вами говорим, перемирие действует. Однако насчет того, что оно будет действовать завтра, то есть, ну, скажем, с 7 утра завтра, это уже снова висит на волоске. Это зависит от того, удастся ли Хамасу еще, а еще остается некоторое количество женщин и детей у всех террористических организаций вместе. Может быть, не только у Хамаса, и скорее даже не только у Хамаса. И если Хамас захочет и сможет найти еще 10 из вот этого списка, изначально он состоял из 98 женщин, детей и подростков, то, возможно, перемирие, то тогда перемирие будет в рамках общей уже ранее достигнутой договоренности продлено еще на день. Есть основания считать, но это все, знаете, вилами по воде писано, что Хамас хочет еще одного дня перемирия, и что он в самом деле постарается найти эти 10 заложников, чтобы еще и перемирие действовало завтра. Но по всем признакам выглядит то, что если это и будет, то, видимо, завтра большие шансы, что завтра будет последний день перемирия в рамках нынешней сделки, потому что что Хамас может и что он хочет, видимо, будет исчерпано либо сегодня, либо завтра. Однако в этом деле, как показала жизнь, очень много сюрпризов. До последнего момента ничего не ясно. И вообще террористы ведут непрерывную психологическую войну, воздействуя и на израильское руководство таким способом, и на общество. В общем, но насколько можно судить, реализация сделки приближается к концу. Будь то сегодня, завтра.
Но, в общем, много времени, если не будут вдруг достигнуты какие-то неожиданно совершенно новые договоренности по другой категории заложников, то все приближается к окончанию и возобновлению масштабных боевых действий. А нагадайте, скільки уже було звільнено заручників бойовиками Хамас? Я тут уже немного путаюсь, потому что сегодня двоих уже передали за одного места. Значит, 50 было, 51 было в первые 4 дня, согласно фиксированной части сделки. Причем один это был мужчина, не из этой категории, в знак признательности Путину. Хамас его освободил, и там была интересная история. Он даже 4 дня фактически был на свободе в секторе Газа, потому что израильские бомбы развалили дом, в котором он находился, охрана разбежалась или погибла. И он был на свободе, 4 дня прятался и хотел добраться до своих, но не смог, потому что его нашли местные жители и отдали террористам. Кроме этого, были освобождены еще в рамках двух партий еще по 10 женщин, причем вчера даже не 10, а 12. И вот сегодня ходят слухи, что их будет 8, потому что вчера Хамас попытался двух женщин, у которых есть российское гражданство, но это обычные израильтянки, выдать за отдельную основу жест доброй воли Путину, но они все равно были в той категории, которая на обмен. И сегодня они должны были бы, по идее, быть обменены в рамках 10. Что будет сегодня, непонятно. Так что вот такие цифры. 73 заложника израильтянина и еще более 20 тайландцев и один гражданин Филиппин, которые обменены отдельно. То есть Хамас, в общем-то, по уговорам Ирана и Турции решил, у самих ума не хватило понять, что тайландцы никакого отношения к Израилю не имеют, и держать их у себя в заложниках – это только портить свой имидж. Но и вот Иран даже, который главный враг Израиля, убедил Хамас освободить тайландцев, и тайландцев тоже партиями освобождали. Сегодня, в данный момент, если не ошибаюсь, 22 человека тайландцы и один гражданин Филиппин освобождены. Сегодня ожидается, видимо, 8 или 10, сложно понять точно. Если 8, это будут исходить из того, что вчера освобождены двое лишних, в кавычках, заложницы. И плюс, видимо, выдадут в этом случае тела погибших. Тоже есть такие слухи. В общем, ничего не понятно до конца, пока люди не оказываются буквально переданными Красному Кресту. Ну і також сьогодні Хамас взяв на себе відповідальність за теракт у Єрусалимі. Також нині двоє нападників вранці вийшли, по суті, з автомобіля і відкрили вогонь по людях на автобусній зупинці в Єрусалимі. На ваш погляд, і зазначу, що так уже троє загиблих повідомили ЗМІ, на ваш погляд, як це може вплинути і на те саме перемир'я і взагалі на розвиток подальших подій? На перемирие это, в общем-то, никак не должно и не может повлиять. Это такой этот кровавый теракт, который наконец-то удалось совершить террористам, потому что попыток было очень много, однако они предотвращались, в том числе в одном из случаев даже погиб боец армии обороны Израиля. Два террориста Хамаса, жители восточной части города, из автомата и пистолета расстреляли на остановке мирных людей, в том числе молодую беременную женщину, пожилого раввина. Это их обычная практика, и это никого не должно удивлять. К сожалению, такой вот теракт состоялся. В подавляющем большинстве случаев удается их предотвратить на тех или иных стадиях. И это свидетельство того, что на так называемом западном берегу реки Иордан и в восточном Иерусалиме кое-где, и в этих местах на самом деле ведь тоже идет война, но не в восточном Иерусалиме, а вот на западном берегу реки Иордан, еврейское название Иудея и Самария, ведутся на самом деле боевые действия против террористов, и около 250 уничтожено за время вот этой большой войны в Газе. Это очень внушительные цифры, но о них мало кто говорит, об этих событиях, в том числе и в мире, потому что внимание отвлекают события на других фронтах, а на самом деле и там тоже происходит немало серьезного. И антитеррористические операции в тех или иных местах весьма и весьма масштабны, в том числе применяются ударные беспилотники, а изредка даже боевая авиация, и это уже не говоря о силах пехоты и специального назначения. Почули вас. Я вам дуже дякую, що ви долучились сьогодні до нашого ефіру. Спасибі за вашу аналітику. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Давид Шарп, це військовий оглядач із Ізраїлю. Зокрема, говорили про ситуацію безпосередньо там, і так само коментували і хід бойових дій в Україні.